Друзья, всем привет, приветствую вас на своем канале. Ну что, долгое время ждал, и это случилось. То, что вот здесь у нас пространство такое, что пальцы вылазят, мне, конечно, не особо всегда нравилось. Вот эти штуки я поставил сразу с самого начала покупки машины. Вот такие вставочки, они уже были в наличии у людей, они уже производились, и сразу я купил. А теперь появились вставочки и в эту часть. И, конечно, они уже у меня. Они появились буквально вот-вот. Я уже заказал. Сейчас мы с вами распакуем и посмотрим, что они из себя представляют. Давайте будем вместе распаковывать. И смотреть. Я долго ждал. Наконец-то оно пришло. Кстати, эти вставочки я покупал в том же месте, где и покупал вставки в нижнюю часть. Вот такая небольшая коробочка. Так, ножнички у меня есть. У меня есть ножик небольшой. Сейчас мы с вами будем распечатывать и смотреть. Сразу у нас идет инструкция. Смотрите, уже вижу, что вот такая вот инструкция. Показано, под каким номером, куда вставлять. Так вот. И вот сами наши вставочки. Вот видите, номерки написаны. Сразу в каждой вставочке помечено, куда что вставлять. Ну, прикольно, классно. Вот такой у них дизайн. Они по дизайну повторяют наши вставочки. Так, давайте я вам покажу сразу. В принципе, это не реклама, но вот в этом месте я покупал. Заказывал у человека, прислал он мне с деком. Стоит это недорого, сколько оно мне обошлось. В российских рублях я брал в январе, в декабре они были, в конце года 21-го они были по скидочке. Они мне стали где-то в районе 1100 российских рублей. Сейчас, может быть, будет уже немножко подороже. По-моему, мне писал человек, что типа уже в январе будет чуть-чуть подороже. Цену я вам оставлю, ссылочку, смотрите сами. Но в нижнюю часть тоже вставки в бампер у него есть. Но сейчас это уже, конечно, эксклюзив. Верхнюю часть вставочки. Давайте одну я вам примерно покажу, что они по ячеечкам, как это будет выглядеть. Вставлять я, конечно, уже хочу помыть машину. Именно помыть. И вставлять уже тогда в помытую машину. Ну вот смотрите-ка, это, конечно, не отсюда. Надо мне смотреть, откуда это у нас подходит. Но по дизайну, смотрите, по вот этой решеточке, оно повторяет вот эту вот решетку. Очень красиво, очень прикольно, мне нравится. Вот так это будет выглядеть. Ну, классно. О, возможно, даже это отсюда. Прикольно смотрится, очень. И я уже увидел на драйве у ребят, скажем так, вот это так вставляется. У ребят на драйве я видел, как это смотрится. Уже полностью на решетке. Смотрится отлично. Ну, конечно, я сейчас вставлять не буду. Давайте, друзья, я, во-первых, хочу это делать более-менее в тепле. Или хотя бы, чтобы вот эти вот пластмасски, они нагрелись. Потому что они будут тогда эластичные, понимаете? И будет лучше крепиться. Ну и, естественно, хочу вымыть вот эту решетку, чтобы на грязь у нас не цеплять. Но уже вижу, что будет смотреться огонек. Классно. Как вы видите, вот эта часть классно смотрится. И теперь у нас и вот эта вот часть будет тоже закрыта, будет... Но мне кажется, классно смотреться. А в белорусских рублях, получается, оно стоит с доставкой ну, в районе 45-50 белорусских рублей. Это недорого, штучки прикольные, полезные. Так что, ребята, обязательно подписывайтесь. Скоро будет видео, как я их устанавливаю. Ссылочку оставлю, пользуйтесь, интересуйтесь по цене. И, естественно, уже в ближайшее время я их установлю. Всем до новых встреч, оценивайте видео, пока!